Депутаты Госдумы сегодня большинством голосов приняли в первом чтении поправки, которые были внесены в проект федерального бюджета на этот год. Доходы государственной казны увеличиваются, а предусмотренный документом дефицит бюджета сокращается до 2% ВВП. На вопросы парламентариев отвечал министр финансов России Антон Силуанов. Депутат от Чувашии Алена Аршинова затронула тему обновления в регионах парков скорой медицинской помощи и школьных автобусов. О том, что ответил ей министр и какая сумма будет выделена, Аршинова рассказала нам сегодня по телефону. Без федеральных средств такую проблему, как обновление автопарка скорой помощи и школьных автобусов, решить достаточно трудно. Мы добились выделения денег. Деньги будут выделены в ближайшее время на решение этой проблемы в размере 3 миллиардов рублей. И Чувашская республика также получит средства на реализацию этой программы. Пока только 50% потребности, заявленные регионами, удовлетворено. Это 2500 школьных автобусов и чуть больше 2000 автомобилей скорой помощи. Нужно как минимум еще столько же, поэтому мы договорились, что эта программа будет продолжена.